Всех приветствую, вы на канале Алексеев Брикс, меня зовут Александр. И сегодня у нас тактическая распаковочка из Китая. Да, кстати, пока я не распаковал, напишите в комментариях, что, по вашему мнению, мне пришло. Только чур, давайте честно, никаких перемоток, окей? Так, ну, вот такой вот конвертик. Что здесь у нас такое? Оно даже может меняться в размерах, ничего себе. Сейчас давайте вскроем и посмотрим, что нам пришло. А внутри у нас... Ага. Ага. А внутри у нас еще одна отмотка. К такому я не был готов. Ладно. Ее мы тоже снимем. И вуаля. Вот такая вот штука. Рукоятка и сошки в одном лице. Они должны вот так вот убираться. Ага. Вот так вот защелкивается. Просто рукоятка, ничего необычного. Смотри. Оба! И у меня сошки. А? Как тебе такое? Сейчас поставлю все это на арбалет. Вон на свой. Ага. Только на камеру я это делать не буду, потому что YouTube считает это модификацией оружия. И включимся, когда оно уже будет на арбалете. Так, ну, значит, я установил все это дело на свой арбалет. И теперь он у меня выглядит вот так. То есть, вот так вот беру одной рукой вот так, а другой рукой я беру вот так. Ну, типа, мне не нужен упор. Я просто беру, складываю сошки. Целью, стреляю, все дела. Мне нужен упор. Срочно. Оп. Все. Вот так вот ставлю на упоры. Спокойно стреляю. С упора. В общем, как-то так это и работает. Классная вещь. Я не думаю, что здесь очень большая отдача, поэтому должно выдержать. Это же все-таки не 12 калибр, не ружье какое-нибудь. Поэтому, в принципе, эта штука должна здесь держаться нормально. Вот. Не знаю, надо будет испытать в полевых условиях. Вот. Ну а на этом у меня как бы все. Всем удачи и всем пока. Ну а на этом мое видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. Ваша поддержка лайками и подписками стимулирует меня делать видосы чаще. Всем удачи и до встречи в следующем выпуске.